Hello, мир, с вами Владимир. И это канал Atom Aki. Что я могу пожелать, только приятного просмотра. Всем привет, с вами Дремлиф, и мы играем в игру под названием Кьон. Так, на нас сейчас зырит женщина, и это немного крипово. Ладно, начнем игру. Не будем тормозить, ни о чем не думать, но сразу начнем игру. А то у меня что-то поднастроилось в прошлый раз, и что-то игра вообще вылетела. Так, у нас есть два выбора. Либо за Янг Пейси, или... Так. Ну, кто симпатичный? Ну, я выберу бабищу красным. А, так. Что это значит? Insomnia Start Game. Вот, he's normal. Ладно, так, начнем просто игру. Я ничего не понимаю, так что... А, какая яркость должна быть? Да, мне и так сойдет. Да-да-да-да-да, ничего не надо. Ничего не надо. Дорогая Цуки, или дорогой Цуки, I had been summoned by the Lord who resides in the minor. Что-то вроде этого. Я ничего не понимаю, если честно. Я поверю ему, он... Так, что-то вроде этого. Ладно, читать не будем. Тормозить на этом не будем. Так, врата. Хорошо. Графончик так-то ж ничего, хоть и это поколение PlayStation 2. Do you really think father is here in this place? Ох ты ж. Да ладно. Yes, I'm sure of it. If we ask someone, I am sure we'll find out where he is. Ладно. Так, в общем-то, это... Как мне посоветовал один чувачок, эта игра такая, типа, ужастика, что-то вроде этого. Я тут немного посмотрел, так, обзорчик про нее небольшой. Хоть и на английском языке, я нихера не понял, но попытаюсь сыграть. Типа, игра так все привлекает внимание мне. Хоть и игра старая. Но не так похоже. Почему ты рот не открываешь, когда ты говоришь? Ничего серьезного. Не волнуйся об этом. Wait, I'll go see. Подожди. Stay here until I get back. Хорош, хорош, ладно. Опять эта злощавая музычка. Так, куда нам идти? Ладно, пойдем туда. Я что-то вижу. Я вижу... Там кто-то прячется. Я точно вижу, там кто-то прячется. Так, у нас какой-то мешочек. Чё, берём, что ли? Так. Труп, одежда и соли. Что-то непонятно, ладно. Мы бежать умеем? А, это атака. Ага, мы бежать умеем. Это класс. Так, давайте догоним нашего там убийцу. Что это? Темпис, это чё? Ничего не понимаю. Ладно, надеюсь, я пойму. Так, типа, мы испугались. Ну, конечно, мы играем за женщину, и что-то там... Лаба, она смелая, надеюсь. Но это по лицу видно, что она немного пугливая, то есть... Okay. Так, это, как я понял, это, наверное, наша сестра, раз она такая прям близняшка почти уж. Или она нас косплеит. Так, нам надо успокоиться, что делать? Все, мы спокойно. Так, хорошо, мы туда не пройдем. Нихера ты так быстро устаешь. Не, игра интересная, я готов ее проходить, даже несколько серий выпустить. То у меня вот с продолжениями серии что-то проблемка выходит. Так, хорошо, мы появились так, в каком-то саду с деревьями. Хорош, что тут есть дерево. А, так, зимовые... ага. Ничего не понимаю. Ладно. В дерево стреляли, там есть дырочки с кровью. То есть, вы хотите сказать, что дерево живое, да? Угу, есть врата.
Кто-то стучит в дверь. Что-то странное. Короче, что-то за дверью стоит. Другое. Ты хочешь сказать, что нет. То есть туда нельзя. То есть не стоит туда идти. Я тоже немного думаю так. Но я тут смелый. Так что давайте. Ага, у нас тут валяется что-то. Подбирай уже. Так, это. Селки. Это. Хр знает. Так, ну это металлическая спик. Металлический спик. Так, ну тут кровяка. Вы тоже это видите, да? Или мне показалось? Кровь, идущая к трупу. Кого-то снова убили. Так, я это вижу. Но подходить к нему я не собираюсь, я думаю так. Это, кажется, доедает наш труп, тот самый. Ага. Так ушки. Вон, кто это? Чё это, они убили этого человека? Господи. Никогда не доверял японским маленьким детям. Они делают всякие разные вещи. Ща доебёмся до них. Будем ругаться. Мы что ж, типа японка, чукаво и так далее, покажем, что на самом деле мы такие серьезные люди. Хорошо. Нам говорят, иди отсюда нафиг. А, ладно, пойдем по тут. Что это? А, тут Кончитас, короче. Ну да, тут понятно, Кончитас. Стоп, мне показалось? А, это фонарь. Да, мне показалось, что там что-то есть. Стоп. Я только заметил то, что тут лежал труп, и он покатился туда. Чё за херня? Он чё, живой? Нет, не живой. Ладно. Так, теперь игра начинает атмосферно меня пугать. Ну да, по голосу неощутимо. Ну, если бы знали, как... Блять, ладно. Я сам себя испугался. Хорошее начало. А, трупы исчезли. Нет, кажется, так, ладно, это же какой-то ритуал, да? Я не думаю, что это хорошее место. А, что ты? Сохранится, что ли? Давай, чукого нет. А, нихера, классно. Я сохранюсь. Окей, не вынимайте карту памяти, все это ясно, и это дело-то ясно. Так, продолжим нашу игру. Мы просто провели ритуал, и мы сохранились. Это же классно, и чего бы нет. Так, мы идем. Ага. Так. Юр, что-то... Что? Shit. Tight. Короче, она заклинила, и как в остальные двери. Наверное, скорее всего, с другой стороны закрыт. Я не понимаю, что она... Тут... Окей. Ладно, чувак, не злись. Я не буду подходить. Пойдемте обратно. Мы тут уже все посмотрели. Так, сад, запад, да? Запад, фост, это запад же, да? Я забыл. Да, это, по-моему, запад. Так, нам сюда не пробраться, нужно что-то бла-бла-бла прийти, это совсем другой вход найти. Хорош. Так, тут кто-то есть, я чувствую. Блять! Это что, это что ли? Как его звали-то? Господи! Смэгл! Пошел нахер! Моя прелесть! Я не отдам тебе то, чего ты хочешь. Не лапай меня, насильник ты тупой! Это тенист, это не его, господи. Лысый такой, господи. А, ХПшка, по-любому там надо вылечиться. Пошел ты нафиг. Даже когда ты сдохнешь. Добей его. Окей. Нам показали, как... Короче, за нами тут будут всякие... Короче, мне это напоминает какое-то существо, типа не существо, а людей, которые как бы едят... Ну, то есть все, что попало... Не нажирается.
Что-то связано было. Подождите-ка, я забыл. Эх, таких людей не зовут. Окей, мы убили одного из них. Вот я всегда знаю, вот это такая пропаганда. По-любому сейчас мы, короче, кого-то убили, сейчас... Сейчас кто-то появится. Ну, то есть появится... Фонарик, фонарик светится. Окей, тут что-то есть. Угу. Ты хочешь взять это? Ну, возьмем, чего бы нет. Так, у нас еще какая-то плитка, да? Еще что-то взяли. Замечательно. Так, return to the screen game. Хорош. Я, по-моему, чуть даже чуть из игры не вышел. Так слава тебе, господи. Вышел бы. Ой-ой-ой. Сейчас бы был такой ор. Был бы такой ор. Просто не знаю. Я сейчас вот. Вот сейчас я не понимаю, куда просто идти. Тут там даже намеков нам не кидает о том, куда идти вообще. Что нам делать? Ну, мы подбираем какие-то вещички, и кажется, я думаю, то, что это важно. А, нет. Вот я. Ладно, не ругайте меня за такую тупость. Я сам. Я знаю сам, я пропустил. Есть такое. Бля! Твою же нахер, там задница. Что, бля? Блин, что-то мокро стало, ребята. Так, ладно, давайте подышим. Она, кажется, устала. Так, мне это не нравится, если честно. Открытие, а? Тут нам, короче, надо собрать какие-то... Блядь, мы что-то не так нажали, короче. Ага, теперь у нас тут загадочки. Wooden disc in spikes. Ага. Так, вот это поставить. Интересно, так, тут картиночки есть, и я сейчас не понимаю, что это значит. Так, допустим, мы поставим это сюда. Я хз. И ничего не произошло. По-моему, я сделал что-то неправильно. Блять, музыка усилилась. Заткнитесь, я чувствую то, что это эти... They're all dead. Они все мертвые. Yes. They're all dead. Да, они все сдохли. Aiko is the last one living. Аяко является последним и живучим, что? But is she still really alive? Но она все еще реально живая. Все еще реально жива. Какие странные девочки. Так, леди Фуджифара, да, записка отрисованная. Ясно. Так, я, конечно, не смогу ничего прочитать. Так, не надо мне тут ничего такого. Пожалуйста. Чего? Чего? Эй, пожалуйста, без этого, может... Нахуй, бежим отсюда. Блять, пошел нахер. Не лапай меня. Получай просто по ножищу. Наш ножик это вкуснее, чем человек. Человек невкусный. Получай, вот все, сдох наконец-таки. Он пытался открыть эту дверь. Так, сел минус. Has been placed on the door. У него что-то валяется. Так, мешочек хелика. Так, мы можем зайти в... О, мы еще и на эту кнопку можем драться. Хорош. Е, оказывается, нам надо лечиться. Тут еще кто-то есть. Там люди, сука. Люди какие-то, блядь. Главных фото, что-то тоже, что-то с ними так. С другой стороны, кажется, закрыли. Ну, то есть... А пойти с другой стороны. Ёлка, нырный, бабай. Так. Ничего не понял. Что-то намекает нам.
На этого чел намекает, а ничего не понял вообще. Окей, тут лесенка. Короче, хватит так делать, просто вообще это шикарно, я знаю, это искусство. Так, бурплет каверет бука. Мы какую-то книжечку нашли. Резиденции мейнеров, что-то еще, бла-бла-бла. Так, интересные слова, так, это трупы, не трупы, диско повсюду и что-то всегда horrible behold. Надо было в школе хорошо учить английский. Так. То, что у нас тут валяется. Какого-то самурая побили. Блядь. Ну тут, короче, в общем, пиздец творится, как я понял. Боже, когда же этот ужас закончится? Когда же у нас будет много оружия, когда мы станем бессмертными, а? Короче, тут кто-то упал, кто-то свалился, и нас напугало это. Так. В принципе, так. Надеюсь, в дальнейшем будет сохранка, потому что я хотел бы сохраниться. Так, мы идем обратно. Весна. Забить, мы по какой-то весне пошли. Так. Что такое? Почему все типа темнеет? Ага. Да, мы обратно пошли. Ёкарный бабай. А что нам делать? Серьезно. Что? Что происходит? Кто тут? У меня есть нож. А, это та бабища, за которую мы могли поиграть. Помогите! Ах ты! Ах ты, извращенец! Чего? Что? Фейспалм 2000-х. Классно, мы могли поиграть за эту бабищу. У нее есть чувак, который ее может защитить. Right? Ты в порядке? Yes, да, so. Я думаю так. Thank you. Спасибо. I am Utsuki. I live in the shrine, not far from here. I'm Sakuya. What are you doing here? I'm looking for my father. He's the elder priest of the shrine. Вот она что. My sister and I came from the mountain, but I lost her. It's not safe to be alone here. I wish I could help you find your sister, but here, take this. It will help you. Wait, it looks similar to the one father uses. Your father is the priest, correct? Here, take this. My father gave this to me. You may find it useful. Thank you. Please, вы видели be ее careful. Руки? I will. And thank you. Take care. Короче, для тех, кто не знает английский, объясню то, что я понял. Короче, на самом деле, бабища пришла не из-за того, что типа она глупая женщина, которая просто решила себя убить таким образом, а пришла из-за того, что ее отец где-то тут или что-то вроде этого. А та бабища, хз, вообще ничего не понял. Но зато она помогла нам. И в общем, ее сестра, то есть наша героиня сестра, ну, они спустились с горы. То есть пришли с горы. Хз, я что-то вроде этого понял. И, короче, ее папаша что-то тоже какой-то оккультист и имеет какие-то печати. Это классно. Это просто классно. Так. Ну, слава тебе, Господи. Я думаю, что на этом сейчас закончим, потому что сейчас уже, в принципе, 19 минут прошло. 20 даже. Я, в принципе, буду рад, если вы посмотрите на мой летсплей, который, в принципе, я обещал выпустить. На моей стене как раз-таки стоит то, что я обещал. И это вот оно.
Интересная игра, в принципе, затягивает, и мне очень нравится в нее играть. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВК. Буду рад. Всем бай-бай. С вами был Атома.